1 сентября 2004 года в осетинском городе Беслане произошел самый страшный террористический акт в новейшей российской истории. Там, за полярным кругом, в особой колонии отбывает свой пожизненный срок Нурпаши Кулаев. Единственный выживший из захвативших школу в Беслане террористов. Поэтому мы это правильно опережем. Зона особого режима колонии «Полярная сова». 37-я на исходную. Согласился разговаривать с нами. Посылки, письма получаете? Письма здесь, как сюда пришел, один письмо получил из дома. Отсюда 4 отправил, а так я нигде письма, ответ не получил. Только здесь один письмо я получил. За это все 3 года только один письмо я получил. Ну вот вы там оказались в этой школе, и командир там был полковник, да? Вам полковник объяснял, почему они захватили школу именно детей? И почему не захватили гарнизон, скажем? Ну он объяснял, короче, так. Вот, нас захватили, нордос, люди были там, дочь убивали, короче, никто, короче. Даже внимание не обращал, сами убивали, короче, людей, короче. Я эту школу захватил, потому что, может, если сейчас детей захватит, хотя бы, вот тогда хотя бы, потому что, может, они не будут убивать детей. А вы осознаете, что у вас пожизненный срок? Конечно, я осознаю. А что это значит для вас? Пожизненное, пожизненное заключение. Я знаю, всю жизнь буду должен находить в тюрьме, ну, пока живой, не знаю, сколько им подлится. Конечно, мне больно, тяжело, чтобы именно меня судили, обидно за такое преступление. Если мне сказали бы, вот сейчас тебя застрелят, короче, и тебя имя не будет, чтобы захват детей, я согласился бы на это. Без вообще глазами я даже не могу бы сказать бы, застреляйте, расстреливайте, как хотите, убейте меня, и все. Чтобы главное, у меня не было имя, не осталось, чтобы я был... Захваты, короче, без нации, школы. Исходно. Для многих из них действительно умереть лучше, чем сидеть вот так всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Есть. Положение
Положение, в котором Кулаев передвигается вне камеры, может шокировать несведущего человека. Однако это обязательное условие для пожизненно заключенного. С осужденным Кулаевым работают. В тюрьме его не оставляют ни на сутки. Его проверяют, изучают и контролируют. Почему такие меры безопасности в отношении тех людей, которые осуждены на пожизненное лишение свободы?